второй школе учился, и в один прекрасный день я прибежал со школы, кинул портфель и побежал за жвачкой. И перебегая дорогу, я попал под машину. А потом годы реабилитации, восстановления. Вот он я. Я один, я печки топить не могу. И это опасно в конце-то концов. Если бы у меня руки работали еще нормально, я просто боюсь топор брать в руки. Потому что я могу себе что-нибудь отрубить. Ванна просто пись. Ну тут страшно. Вот. Все очень плохо. Мне приходится ходить, но тут друзья есть. Приходится ходить за водой. Воды нету. Как хочешь, так и живи. Ну, по-маленьку приходится туда ходить. По-большому я хватаюсь за ванну, и чтобы, ну, как могу, я на корточке присаживаюсь и делаю дело, и все. Сколько лет мы даем заявки, чтобы нам хотя бы как-то отремонтировали крышу, бесполезно. Мы живем с клеенками, с ведрами, с тазами. Вот так мы и живем, да. Дома там сошли со свай, сгорели еще. Их дома признаны в 2012-2013 году. Они вот только сейчас начали получать жилье. То есть до нас, до 20-х годов, я даже не знаю, когда дойдет очередь. Дай бог, если в 40-е годы, в 2040-м, может быть. Но я не унываю, я еще и танцую. Так, вот молодой пошел. Нам просто говорили делать квадраты. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.